Всем привет! Вы на канале Кулинарная Планета, с вами я, Сергей. На днях вспомнил рецепт одного хорошего салата, который очень давно уже не делал, называется мимоза. И сегодня мы будем его готовить. Поехали! Набор ингредиентов для нашего салата довольно небольшой. Использовать мы будем отварной картофель, морковь тоже отварную, вкрутую сваренные 4 яйца, консервированный тунец, ну и майонез. Салат формировать я буду на тарелке. Буду использовать для выпечки вот такую форму. Посмотрим, что из этого выйдет. Выложив картошку, приступим к нашей консерве. Напомню, у меня это тунец. Тунец у меня уже дробленый. Если у вас он в кусочках, то нужно его хорошенько потом вилочкой подробить, размешать. Добавляем его сверху картофеля. Я его добавляю вместе с маслом, чтобы картофель не был сухим. После рыбы у нас пойдет морковка. Приправим майонезом. В наших яйцах отделяем желтки от белков. И натираем их на мелкую терку. Затем желток натираем. Сверху полили майонезом, сделали такую вот сеточку. Видно наши слои нашего салата. И для украшения я попробую использовать черный кунжут и обычные чипсы. Вот такой у нас получился салат мимоза в виде подсолнуха. Легко и просто делается. Времени много не занимает. Подписываемся на канал, ставим лайки. Увидимся в следующем видео. Всем пока.